Нашли первый белый гриб. Томусик узрело, вот он. Вот такой красавец. Ну, Томусик счастливая. Сейчас будет варить суп грибной. Там в машине еще три. Еще три, ну маленькие. Два белых и один боровичок. Сейчас тут посмотрим, еще может быть есть. Смотрите, я еще нашла два белых грибочка. Один вот маленький. Коль, покажи поближе. Гляньте, какой хороший. И вон еще один маленький. Жалко их, конечно, рвать, что они такие крошки. Но тут столько ходит грибников, что все равно их сорвут. 100%. А нам как раз до супа не хватает штучки 4, поэтому заберем. Вот такой красавец. Головочка маленькая, зато ножка такая толстенькая и хорошая. Ой, посмотрите, какой мы грибок нашли беленький. Посмотрите, какое чудо. А вон еще маленькие. Вот они. Самые маленькие. Не будем, наверное, брать. Рядом с дорожкой. Вот она, дорожка. Посмотрите. И такой красавец. Вообще чудо. Ну, на супчик мы уже набрали. Так что такие вот. Такая сегодня у нас тихая охота. Это Коля нашел сейчас такой гриб. Вот такой вот лес у нас. Немножко мох, немножко ветки, лиственный и хвойный. Просто супер. Нельзя оторваться от такой красоты. Ну вот, приехали мы с леса. Вот столько в конечном результате мы собрали белых грибочков. Ну, наверное, немножко больше килограмма, а может килограмм. Я не взвешивала, честно говоря. Ну, хорошенькие такие. И помельче, и покрупнее. Вот такие хорошие белые грибочки. Так что дождик, который был, пошел на пользу. Может быть, некоторые немножко маловаты. Нужно было бы их оставить. Но там ходило столько людей, искала грибы, что я так думаю, что они бы точно их забрали, если бы мы их оставили. Хотя бы до завтра. Вот. А так такие хорошенькие, смотрите. Прям одна шляпочка из мха торчала, а вся ножка полностью была в мху или в хвое. Вот. Так что имейте в виду, грибочки уже появились в лесу. Завтра будет грибной супчик. Всем хорошего вечера. Крепкого здоровья. До свидания.